That is pole position, mate. Pole position, home Grand Prix. Really proud of you, nice job. Yes, guys, unbelievable. What a great car today. It was unbelievable. We're just flying. Thank you so much. Всего лишь 38 тысячных разделило двух лидеров чемпионата мира квалификация на Гран-при Голландии. И в этот раз опять в пользу Макса Ферстаппена. На радость местной публики, которая вся в оранжевом цвете, мы подводим итоги квалификации Гран-при Нидерландов. К лидерам мы вернемся чуть позже, а пока в первом сегменте с большим знаком минус выступил Серхио Перес, который вылетел в этом первом сегменте. И он будет стартовать лишь 16-м. И это уже некая плохая тенденция, потому что несколько гонок подряд у чека дела идут не лучшим образом. Улучшить попытку в первом сегменте Себастьян Феттель не смог и стартует лишь 17-й, а причиной всему этому стали два гонщика Хаса, Шумахер и Мазепин, которых вызвали к стюартам за то, что они заблокировали четырехкратного чемпиона мира. Но на самом деле Мазепин очень разгневан и очень сердит на своего напарника, который его, мягко говоря, подставил, нарушив договоренности по приоритету на трассе в этот уикенд. Еще один пилот, который стартует с конца пелотона, это поляк Роберт Кубица на Альфа-Ромео. Вы можете резонно спросить, какой Кубица? А Кими Райконен сегодня с утра схватил коронавирус, и хотя у него нет явных признаков болезни, Кими может пропустить даже Монцу. Переходим ко второму сегменту, и здесь отличились два пилота Уильямса. Сначала Рассел разложил машину, но ему повезло то, что он не сильно уперся задним крылом в покрышки, а затем его напарник Николас Латифи доехал до барьера в том же самом месте, но уже сильно повредил машину, возможно, придется менять некоторые узлы, и он вполне себе получит штраф. Другое дело, что очень удивительно, что и Рассел, и Латифи после успешного Гран-при Бельгии пробились во второй сегмент обеими машинами посуху. Из-за этих двух инцидентов второй сегмент был остановлен красными флагами, так как оставалось очень мало времени до конца сессии, ее решили не продлевать. Из-за этого, в том числе, Ландо Норрис не смог улучшить, например, и пробиться в первую десятку, что для него нетипично. Очень интересное впечатление создает о себе трасса в Занфорте. Это, похоже, трасса старой школы с бэнкингами, которые можно проходить по разным траекториям, с близкими барьерами, которые не прощают ошибок, гравийные ловушки и так далее. И поэтому это не типичный телькодром. И квалификация прошла на самом деле очень интересно. Мы переходим к первому сегменту, где десятку замкнул Дэн Рикьярдо. Между Оконом и Алонсо всего лишь 23 тысячи, но в пользу Окона и счет во внутрикомандном сражении 7-6 в пользу француза. И самую большую сенсацию в этой квалификации лично для меня совершил Антонио Джовинаци, пробившись на Альфа-Ромео аж на 7-е место. На самом деле Джови всегда, в принципе, хорошо выступал в квалификации, регулярно опережая Кими Райконена, но в этот раз он реально стрельнул на Альфе, учитывая форму, на 7-е место пробиться достаточно сложно. И, в принципе, Феррари он проиграл всего лишь 5 сотых. Гонщики, которые расположились на 5-м и 6-м месте, соответственно, и разделило их 1 сотая. Результаты очень плотные. Еще на 5 сотых лучше их Пьер Гасли, гонщик Альфа Таури, которому доктор Марко не хочет давать второй шанс в команде Red Bull. Ну и плавно мы приблизились к первой тройке, где на третьей ступени сегодня был Валтери Боттас. Уступил он лидерам 3 десятых. В принципе, Хэмилтон всегда в этом районе где-то уступает. И между двумя лидерами 38 тысячных. Я думаю, что завтра будет совершенно интереснейшая гонка. Спасибо, что зашли на мой канал, посмотрели это видео. Если понравилось, опционально лайк, подписка. И до новых встреч на канале F1 Стелсик.